Добрый день, ребят. Многие спрашивают, а какой же реальный настрел с данных вот аккумуляторов, с которых произвожу я сам? Я пишу всегда от 3 до 8 тысяч. Ну, тут понятно, у всех привода разные, у всех состояния разные, у всех моторы разные и так далее. Я решил летом протестировать его, ну, посмотреть хотя бы пачку, он настреляет или нет. Сначала брали привод вот этот, но он планировалось все тесты произвести ним, потому что он помощнее. Здесь стоит 130-й гардер, выхлоп где-то под 140. Мотор был, стоит тяговый, супершутеровский, шестерни тяговый 300 к 100. Но он на 6-й бунтере отказал. Пришлось воспользоваться Ксюшей, моей второй. Здесь стоит 120-й гардер, выхлоп где-то 125. Мотор, по-моему, цимовский. Ну и внутренности, по-моему, все супершутер. Так, и что показало? Показало то, что мы отстреляли 5000 шаров, аккумулятор не сел, аккумулятор имеет остаточное напряжение. Вот, опять же, ну тут плохо опять же видно, 11,3, немножко поднялся. Сразу после теста было напряжение 11,2. Заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,6 вольта. Это останавливается зарядка. 4,2 вольта на элемент. Потом происходит просадочка где-то на 0,1-0,2 вольта. И я воспользовался новым аккумулятором своим, который недавно собрал. Зарядил его. И начал отстрел. Зарядился он, соответственно, на 12,6. Начал я тест на 12,5. Сейчас он показывает 11,3. Настрел 5000. То есть теоретически он должен перестать заводить где-то на 10,2. То есть он еще может настрелять как минимум 2000. Ну, это теоретически, конечно, все. Но я думаю, он должен настрелять более 2000. Просто, блин, жарко, привода очень жалко. Они так двигатели нагрелись. И потому я не стал достреливать. И открытая пачка у меня еще была. Но не стал. 5000 он настрелял. Я думаю, это нормальный показатель для любой игры. Больше пачки вы вряд ли где-то даже на суточной настреляете. Спасибо. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами. Ну давай. Была бы идея получше. Раз насыпал пачку. Да, и больше не заморачивал. С другой стороны мотор перегревался, когда легчает. А что, ему долго, что ли? Ну да. Третий бункер пошел. А бункер, наверное, так 400-500. Ну, пусть там 50-70 остается.
но... Ну тут я крышку закрою, чтобы она не мешалась. Движение аккумулятора. Вы не поверите, тут плохо с половиной вольт. Это по банкам пошли напряжение, но они разбегаются. Вот самое главное 11,5. Если учитывать, что новый аккумулятор 12,5, а этот 11,5, просадка всего лишь на вольт, подозреваю, что еще можно будет отстрелять примерно, наверное, сколько. Ну примерно, потому что там нелинейная разрядка пойдет. Будет быстрее разряжаться, но это фактически на большую половину заряженный аккумулятор 11,5 вольт.
конечно, интереснее было бы этот обзор сделать все-таки в холодную погоду, когда привод не перегревался. Сейчас на улице 25. И это последнее. Примерно 480-460 шаров в одном пункте. Понятно, что все. 20 шаров. Ну, теперь посмотрим снова напряжение. Самое интересное, сколько же осталось. 11,2. Первое число, оно важно. Остальное так.